Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Аракелян, и сегодня я снимаю свое новое видео со своей мамой. Это я. Привет, ребята! И со своей родной сестрой. Всем привет, ребята! И мы недавно виделись. Да, и сегодня вы узнаете, кто все-таки знает меня лучше. Именно на эту тему я сегодня снимаю новое видео. Вы так давно просили меня, чтобы я сняла ролик со своей мамой и со своей сестрой, так что сегодня у нас трио. Я надеюсь, что это видео вам понравится. Не забывайте поддерживать нас лайками, а если вы еще не подписались, что обязательно подписывайтесь. Да, пожалуйста. И ставьте лайки. Или ты говорила уже, что ставьте лайки? Я говорила. Говорила? Ну ладно, в общем, ничего страшного. Итак, объясняю для всех вас и для мамы с Полиной еще раз правила. Полина уже снималась в этом видео, мама не снималась, но я думаю, что будет весело. В общем, я в заметках написала несколько вопросов обо мне, необычных, и там же правильные ответы. Цель мамы с Полиной — написать за 10 секунд в заметках или в сторис, чтобы вам было лучше 10 видно. Секунд? Да даже не за 10, за 15 где-то, ну, в общем, меньше 30 секунд. Мне полчаса секунд. Надо. Полчаса на один ответ. Мама, ты уже проигрываешь. Ну вот. В общем, нужно назвать правильный вариант ответа обо мне, и в конце ролика мы узнаем, кто все-таки победил и кто знает меня лучше. Я очень часто и много времени провожу и с мамой, и с Полиной, поэтому сегодня мы узнаем, может быть, будет ничья. Пишите ниже в комментариях, за кого вы голосуете, и совсем скоро вы узнаете, кто победит. За маму или за Полину, да. В очередной раз снимаюсь в Каринином ролике. Надеюсь, что вы от меня еще не устали. Как это? Ты мои снималась только в одном моем ролике. Они от меня уже могут устать. Да, от Полины, в принципе, могут устать. От тебя еще не могут. От тебя еще не устали? От меня? Ну, если бы от меня устали, то я думаю, меня бы и не смотрела так много. Оля, можно нам снова завладеть Карининым каналом и снять без нее? Как у тебя уже был такой опыт? Да, кстати. В общем, давайте начинать. Да, мы можем начинать. Поехали. Итак, вы мне помогли с вопросами. Многие зрители в моем инстаграме помогали мне их придумывать. Поэтому, если вы до сих пор не подписаны на мой инстаграм, то обязательно подписывайтесь, потому что, не подписавшись, вы пропустите очень много крутых фотографий. Итак, я от вас вот так вот прекрасненько отклоняюсь и читаю первый вопрос. Какого цвета одежду я ношу чаще всего? Начнем с самого простого. Не подглядываем. Ну, это очень легко, мне кажется. Ты готова? Да, на счет три поворачивай. Раз, два, три. Ой, я не готова. Готова, готова, можно и так показать. А, вот так тоже можно. Да, вот так можно. Итак, черный, черный. Вы оба правы, молодцы. Это был легкий ответ, так что, да, я действительно очень часто ношу черный цвет. Интересно, какие вопросы будут дальше? Такие же легкие? Мне кажется, что нет. Ты еще не знаешь, на что она способна. Да, я могу сейчас такие вопросы придумать, что будет просто трэш. Карине очень идет черная одежда, и раньше я категорически была против, когда она одевалась в черный цвет, потом начала выкрашивать волосы. Волосы, да, в черный. Я думала, она сильно этим увлечется, и все это перейдет, и плохо кончится. Начнутся вот эти вот всякие там движения котов. Да, да, может быть, в принципе. Нет, ну, слава богу, у нее как-то это... Но хорошо, что все-таки у меня... Да, ну все, как-то все сложилось хорошо. Карина любит, у нее предпочтение в черном есть больше, чем в остальных цветах. Но все это хорошо, слава богу. Да. И черный для нее, мне кажется, очень актуален, и выглядит она в черном. Да, и мой стиль красотка. Тоже черный, но бывает, естественно, такое, что я ношу другие цвета, но в основном предпочитаю черный. Итак, второй вопрос, и... Это любимый бренд косметики. Полина, когда снимала видео с кем? С Андреем, по-моему, вы... Я не помню. Писали любимый бренд косметики. Так что в принципе... А я забыла, как называется бренд. Вспоминайте. Блин, если ты забыла, значит, я неправильно написала. Не подглядывайте. Уже подсказку? Нет. Букву? Три буквы. Матершинный? Нет. Хорошо, что все-таки нет. Вот. У меня два любимых вообще бренда косметики. Вообще на 4 буквы. Все, никому ничего не говорю. Все, вам дается 10 секунд. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Поворачиваем. Мама, поворачивай. Так, так и нечестно. Ну. Мама, смотрите, тихо покажи. Нет. Дай. Дай, ну. Ничего я не покажу. Мама написала вот так. Нух.
Ну, и вы обе, кстати, не угадали. Нет? А, моя любимая... я забыла просто как... Мак. Моя любимая косметика это Мак и Huda Beauty. В последнее время я очень часто пользуюсь этими косметическими брендами. Urban Decay, вот я вспомнила, что... Urban Decay у меня, от Urban Decay только подводка, у меня вообще от Urban Decay ничего нет. У меня в основном все палетки от Huda Beauty. У меня в основном все палетки от Huda Beauty и всякие пудры, штучки, дрючки тоже оттуда, и подводки, и тени от Мак. Очень много у меня косметики именно от Huda Beauty и от MAC, поэтому нет, вы не угадали и не получаете ни по одному баллу. Итак, следующий вопрос, наверное, да? Какая тема может довести меня до слез меньше, чем за минуту? Это очень просто, если подумать, это очень просто. Да? Прям легко догадаться. До слез может прям тебя довести до слез. Такая тема? Да. Не подглядывайте, так нельзя. Давай, раз, два, три. Что Полина написала? Собаки. Собаки, животные. Уборка. Нормально. На самом деле Полина, да, угадала, но мама ответила в шутку, да, действительно, если подумать, то уборка меня тоже может довести до слез. Да, ребят, я убираться не люблю, особенно своими ногтями, но да, Полина, ты права. У меня животные, да, в правильном ответе животные, как раз-таки собаки. Я очень часто могу прям вот огорчиться, расплакаться, если смотрю какие-то грустные, знаете, ролики с собаками. Хатика, элементарно, я ни разу не смотрела даже этот фильм, но видела просто рекламу. Целый день, когда трейлер увидели. Да, трейлер фильма, и просто мы офигели, типа, это вообще капец. Да, туда. А маме я тоже отдам один балл, потому что, да, уборка меня тоже может довести до слез, это такой ответ шуточный, ну ладно. Итак, следующий вопрос. Посмотрим, насколько же вы меня хорошо знаете. Вот тут вы сейчас видите баллы. Итак, мама, не подглядывай, а то у нас мамочка что-то мухлюет сегодня. Какой мой любимый десерт в ресторанах? Да в смысле? Можно подумать и ответить. Я все знаю. Мама думает, что ты все знаешь? Угу. Не знаешь, она все время про это рассказывает. Знаешь, Полиночка, ты была со мной в ресторанах, даже когда мы снимали с тобой видео. Можно это считать крупной подсказкой. Так, ну я думаю, вы, ребятки, уже прочитали. Полина, можешь уже поворачивать. Мама написала клубника со сливками, Полина написала ягоды. Все правильно. Любые ягоды, клубника со сливками, малина со сливками, клубника и малина, это правильно. Я сначала мороженое написала, потом подумала, типа... Я видела, да, но мороженое я ем очень редко, особенно сейчас мы будем улетать на отдых. Мама, Полина, мы все вместе летим. Пока нельзя говорить, куда мы летим, это небольшой секрет для моих. Мы летим! Ну что же, дальше. Что же я все-таки такое понаписала в заметках? Сколько у меня пар обуви? Неточный, можно вариант ответа. Это надо взять паузу и пойти считать. Нет, я пошла считать. Примерно час. Нет, Полина, нельзя. Садись. Суть в том, что... Суть в том, что, ребят, ну погодите, я уже посчитала, сколько у меня пар. Нужен приблизительный, просто приблизительное число. Можно не угадывать, сколько у меня их точно, прям вот любое число. Я все. Ну, нет, никто друг другу не подглядывает, но да, ребятки, я... Сколько написала? 25. Я тоже написала. Ладно, если вы написали поровну, то да, это правильно, у меня 23 пары обуви. Вы прикинь? Да что прикидывать? Да я считала... Прикинь. Ну, я думала, вы не догадаетесь. Я посчитала у себя в ящике в комнате ту обувь, которую я не ношу, в гардеробе обувь, которая у меня лежит, ту, которую я ношу чаще всего. И перетекает из этого вопроса следующий вопрос. Какую фирму обуви я ношу чаще всего? Этот вопрос, Полиночка. Какую фирму обуви я ношу чаще всего? Прям вот каждый день. Я не знаю, как она называется. Вспоминай, ничего страшного. А, ну это же ж, наверное. Нет, никто ничего не называет. Тихо. Вернусь пока что, пока Полина и мама пишут ответ на этот вопрос, к предыдущему вопросу, что да, действительно, я очень много раньше покупала обуви, у меня прям была какая-то нереальная зависимость. Хочу эту обувь, эту пару, в общем, просто без разницы, я везде заказывала, по бартеру, за деньги, в общем, просто где угодно, но мне нужна была лишняя пара обуви, чтобы просто выйти с какими-нибудь новенькими кроссовочками. Итак, вы готовы? Я не думаю, что ты привязана к одному бренду, мне кажется, у тебя разнообразие, поэтому вопрос... Я не понял. Давайте, поворачиваем. И мама получает один балл. Полина, да! Хоть и Полина красиво оформила историю. Версака Балинсиага. Версака Балинсиага. Ребята,
Ребят, мне кажется, это самое лучшее название бренда. Бренды, задумайтесь, пожалуйста. Мама написала Louis Vuitton. Да, я их ношу чаще всего, они безумно удобные на какие-либо мероприятия, под платье, куда угодно. Вот эти серебряные, они же Versace. Какие серебряные? У меня нет обуви Versace. Ну, которая такая белая, и здесь ленточка серебряная. Это Louis Vuitton, который серебряный. Ну я же знала, что те кроссовки. Ну знала и знала, но зато написать надо было правильно. Так что Оля не разбалована еще брендами, поэтому... Да, поэтому... Поэтому Полина не знает. Итак, следующий вопрос для вас. Чем я раньше занималась? Два вида. Типа, то есть можно назвать танцы, что-то, подразделение какое-то у танцев, может быть. Потому что, ну, вы и так знаете, что у меня были танцы, но какие? Давайте так. На какие танцы я ходила за все время? Название. Ой, я забыла. Надо вспоминать. Я ходила всего на два вида танцев, еще в детстве ходила, но я думаю, что ни мама, ни Полина не вспомнят. Полина, по-моему, даже в это время еще даже не родилась. Не скажу. Смотрите, ну, вы мухлевать хотите? Не скажу, не скажу. Да, первую скажи, я забыла. Х и Т. Да! Да! Стой, Полина, все, оставь так. Нет, ну я передачу. Что, я подглядела, я смотрела, ребята, все, перевернула. А все, я подглядела. Мама, ну так нечестно. Я не помню, когда ты на это ходила. Оля ходила на это. Ладно, покажу Полинин вариант ответа. Итак, Полина написала, что я ходила на хип-хоп и тверк. Все правильно. Тверк? Не поняла, не поняла последнюю. Из глины лепила. Такое утверждение, чтобы вы знали. Ну ты из глины ходила лепить. Ладно, Полине начисляется 1 балл. Итак, следующий вопрос. Мама балл, к сожалению, не получает, так как она не вспомнила, куда я ходила, но я уверена, что ты знала, что я на тверк, на хип-хоп ходила. Хип-хоп не помню, тверк помню. Хип-хоп не помнишь? Я не помню хип-хоп, но я помню, что ты мне говорила, что ты на хип-хоп ходила. Да, но еще я ходила, я сейчас, мам, я не знаю, вспомнишь ты или нет, степ-аэробика. Степ-аэробика, еще в Челябинске. Это все было настолько короткими промежутками, видимо, потому что ты везде ходила, везде свой нос совала, да. Везде все хотела. Проще надо было вопрос спрашивать, куда я не ходила? Да, я везде пробовала, везде мне нужно было обязательно сходить. Все понять, все на себе ощутить. Вообще, Карина такой человек, который все через себя пропускает. Она не учится на чужом опыте, она учится только на себе. Ей надо, чтобы ей хорошенечко понастучали, понадавали, только тогда она понимает. И то не с первого раза. Да, учусь на своих ошибках, и то не с первого раза это срабатывает. Например, если мне скажут, Карина, не жри так много, я пока не потолстею килограмм на 100, я не пойму, что все-таки, да, не стоило жрать. Итак, вот особенность. Ну что же, следующий, наверное, не вопрос, а... Ответ. Ответ. В каком возрасте я первый раз поцеловалась? Вот тут, я думаю, не угадает ни мама, ни Полина. Чего это ты угадаешь-то? Ну-ка, давайте-ка. Пишем правильный вариант ответа. Мой первый поцелуй. Можно приблизить? Прям самый первый. Прям вот самый-самый-самый первый. Ну, в садике, наверное. 4. Тихо. Да? Тихо. С кем вот это там целовалась? Сейчас я тебе скажу, сейчас скажу. Ты знаешь этого мальчика. Итак, мама написала 6 лет, Полина написала 4 года, и вы обе приблизительно угадали. Полина угадала в том, что она написала, что в садике, но, наверное, она услышала, что сказала мама. Нет, я написала, ты видела же, я раньше. Ну ладно, ладно, а мама написала 6 лет, помнишь мальчика Глеба? Ты помнишь? Ой, ты еще не родилась. Целовалась. Ты не родилась. Нет, еще. Ты мне рассказывала про него. Ну ты не знаешь даже, как он выглядит. Не ты дружила даже с его мамой, помнишь? В садике, как не помнишь? Был мальчик Глеб, который ходил ко мне в гости, помнишь? Глеб ходил к тебе в гости. Глеб! Слушай, ты меня ни с кем не путаешь? Нет! Ребятки, короче, мне нравился мальчик, которого звали Глеб еще в садике. Я была прям маленькая-маленькая, я вам об этом не рассказывала. И он пришел ко мне в гости, и мы поцеловались. И ты к нам в то время... Распутница какая-то. Вообще просто. Мама, ты в то время нарезала нам яблочки, постучалась в дверь, и он резко типа от меня отошел, боялся, что ты увидишь. Ты мне сейчас жуть рассказываешь какую-то. Вот такая вот у тебя доченька, конечно. Не знаю, не было такого. Я ни разу не целовалась в жизни вообще. Ну и ладно, значит тебе еще не пора. Следующая девочка, а Карина нет. Итак, следующий вопрос. Чем же я люблю заниматься в свободное время? Вообще, когда мне нечего делать, когда заняться нечем. Вот куда я обычно хожу, там, может быть, что я делаю дома. В последнее время? Ну и в последнее время тоже, да. В последнее время... Можешь написать несколько вариантов. Пазлы.
Да, тут плюс. Тихо, тихо. Три варианта пишу. Давай, последний. Три варианта? Полина, все, хватит, хватит, нельзя. Все, Полина написала, видео снимать, на Полину орать, есть и пазлы. Вот так вот это все прекрасно выглядело. Я не успела. Чтобы вы понимали, Полина не успела оформить историю, но и мама, и Полина. Не, надо Поле точно балдовать, вот это вот все правильно. Да? Почему? Я ни на кого не ору. Причем, может быть, одновременно все это делается. Я ни на кого не ору, пазл ничего. Пазл собираешь, ешь. Полина! Принеси мне что-нибудь. Вы офигели, вы смотрите контору-то, не палите мою. Вот так вот. Смотрите, тоже мне собралась снимать видео, сейчас меня тут спалят. Мы же про тебя все знаем, что ты нас подписала-то? Мы сейчас про тебя все расскажем, Кариночка. Да, конечно. Окей, следующий вопросик. Сколько татуировок на моем теле? Подожди, я посчитаю. Ты свела. Карина, блин! Я ничего не сводила. Тебе подсказка. Да, плюс-минус один. Вот эти малюсики тоже считай, да? Все малюсики, вообще любую татуировочку. Ну, скоро Карина еще сведет. Да, я пообещала. Если ты мне говорила, что было столько-то, и плюс ты недавно добила, то ровно 10. 7-10. У меня 12 татуировок на теле. 12? Вы не угадали, Евгений. Смотрите, считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть... 7 сзади шеи, 8, 9, 10, 11, 11, 12. Я ближе! Да, Полина ближе, Полина получает балл, мама написала 7. Итак, мамочка, можешь заранее ответить на вопрос, как ты относишься к моим татуировкам. Я хорошо отношусь к татуировкам, когда их очень мало. Ну или они красивые. Одна или две, и да, вот что-нибудь вот такое миленькое, одна или две достаточно, не надо увлекаться. У меня, например, вообще нет татуировок. Да. А у меня есть. Где у тебя есть? Я тоже пропустила, да? У Полины нет, у мамы нет татуировок, и вот эту вот татуировку Rise and Shine я набила достаточно недавно, где-то дня 3 назад. Вот эту татуировку и татуировку вот тут я буду сводить. Почему, вот расскажи. Ну, потому что мне как-то они раза нравились. Красивая. Вырванное сердце, вот это The End. Не, реально, вот эта вот татуировка The End, то, мне кажется, она несет не очень хороший... Смысл, да, и надо вот это, избавляться от негатива. Да. Карина наконец-то начинает это понимать, опять же, через себя, ребята. Да, пройдя через многие ошибки, я только понимаю, что все-таки, да, не нужно было набивать эту следующий татуировку. Следующий вопрос! Итак, следующий вопрос, наверное, уже последний. Я сейчас пройдусь по всем, посмотрю, какие я прочитала, какие нет. И последний вопрос, какие мои две самые любимые девочки на всей земле. Это мы с Полей. Да. Тихо! Ты можешь не писать! Это мы с мамой! Это был намек! Это был намек! Так что, ребятки, в этом видео победила... Хватит тебя воняет тоналкой! Хватит! В общем, в этом видео победила дружба в любом случае. Но, по вашему мнению, вы можете писать в комментариях, как вы думаете, кто победил. Какое видео следующее вы хотите видеть на канале, на моем канале, с мамой или сестрой, или где я буду одна. Так что, пишите все в комментариях и подписывайтесь на наш канал и инстаграм. Да, подписывайтесь на инстаграмчики мамы, на инстаграмчики Полины, на каналы. Все ссылочки, в общем, вы найдете в описании. Я желаю вам... В общем, подсчитывайте баллы, кто все-таки победил в этом видео, а мы с вами прощаемся. Напоминаю вам, кстати, про свой инстаграм. Обязательно подписывайтесь, если вы до сих пор этого не сделали. Кстати, мы совсем скоро полетим на отдых, а именно 15 марта. И не говори, хватит! И мы будем снимать очень много интересного контента, и моя мама, Полина, так что подписывайтесь на нас. И все, мы вас любим! Всем пока! Пока, ребята, пока!